Привет всем! У меня теперь две собачки, и я считаю, что они заслуживают вашего лайка. Если хотите, чтобы я снял с ними какой-то прикольный видосик, рассказал про них, рассказал их историю. Это По. Полное имя у него Пончик. Это помаранский миниатюрный шпиц. Ему 2 месяца, он просто крошечный. Я прям не могу, он такой малютка. Это Бу, она же Бублик. Это карликовый китайский шпиц. И они друг друга любят. Поэтому, ребятки, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите любые комментарии, потому что это видео будет очень добрым, очень хорошим. И я хочу, чтобы каждый из вас, если у вас есть возможность и самое главное желание, повторил это хотя бы 1 раз в год, потому что делать добрые дела действительно приятно. И напоминаю также, что вот здесь вот сейчас появилась подсказка с переходом на видео, где я разыгрываю абсолютно любой телефон только за ваш комментарий, лайк и подписку. Всем приятного просмотра! Что, Илюх, какие планы? Будем сейчас помогать бабушкам. Да. Да. Хорошо. Итак, это второй день. Вот, мы приехали снова на базарчик. Уже утро, мы подготовились, и поэтому сейчас будем подходить бабушкам. Ну, в общем, мы сами все увидите. Господи, какой ты скучный штрих, я не могу. Это ж просто жесть. Понимаешь, я старался. Так. Ребят, сегодня второй день, потому что мы делали в первый день вечером, а вечером очень мало бабушек ходит по рынку, а сегодня плюс 37 градусов на улице. И не факт, что бабушки вообще будут выходить, но мы очень сильно на это надеемся. И, пожалуйста, поставьте лайк, покажите это видео, сделайте репост. Пускай люди узнают, что быть добрым не так уж и сложно. И самое главное, не так уж и дорого. Всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. А хотите, я вам что-то куплю? Просто так? Нет. Нет, точно? Нет. Все? У меня хорошо. Денег хватает. Много? Ну, немного, для меня достаточно. А вы кому-то что-то купили? Другой бабушке? Купила. Да? Вы очень добрый человек. Хорошего вам дня. До свидания. И вам тоже хорошего дня. Здравствуйте. Здравствуйте. А могу я вам что-то купить? Что угодно? Продукты, цветы? Нет. Слышь, просто так? Нет, ничего. А? Ну, я ж с удовольствием, но я же не буду, наверное. Сумех он купить. Спасибо. Не хотите? Я не нуждаюсь. Все, супер, спасибо. Всего хорошего. Ну, а вы, кажется, купляете. Ну, я-то куплю. Но вы обещаете это не продать, а себе оставить? Конечно. Да? Давайте, что? Ну, сестры возьмите мои. Почем? Вот за все 100. За все 100? За все 100. Так, ну, астры я заберу. Ну, а что дали? Ну, кому-то подарю. Нет. А кому? Мы их подали. Ну это я вам просто 100 гривен тогда отдам. Да. Вы же их не уберете с продажи, правильно? Не, уберу. Тоже. Обещаете? Обещаю, тоже. А если я через час приду, они здесь стоят, продаются? Поломаешь. Не, ну ломать цветы. Не, я знаю, что я их уберу. Кому подарю? Обещаете? Бесплатно. Обещаете? Обещаю. Каждой я бабушке, буду... которая будет подходить к вам? Да. Хорошо. Ну вы красивая. Смотрите, женщина, мы вам поверим. Да? Да, сегодня поверю вам. О, вот это так, а воно справа? Справжний, справжний. Бо я дам сдачу. Не, проверьте, проверьте, вон смотрите, есть. Справжний? Да чё б я вас обманывал? Побачу. Хотите астру? Бесплатно, просто не так? Не хочу. Да что ж вы за человек? Бесплатно ничего не бывает. Бывает, вот, не вот бывает. Цветочек, возьмите, не возьмите. Не убедите меня, просто не так. Надо. Надо. Такие вот люди не верят. Я в том, что никто никогда не дарит людям, так люди боятся. Могу вот девочке подарить? Вон, смотрите, идет, можно, хорошенькая. Хоп. Это вам, возьмите, просто так. Просто так, улыбнитесь. Вот, все. Хорошего дня вам. Ой, вы не держите, держите. У меня ручка не берет. А, ручка не берет, прошу прощения. Всего хорошего. Спасибо, мальчик. Одна девочка счастливая. Это вам. Просто так. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Алло. О, подружка. Подружке 3 подарим, да? Какие? Здравствуйте, это вам. Что, ну чего? Ну что? Ну что, вам дарить? Вам дарить. Чего вы дома? А у нее же есть цветы. Моя ты хороша, моя ты красотулечка. Тебе вот такая. Я одиночество.
Одиночество не хотите? Давайте. Я хочу замуж выйти. Замуж? Девушка умеет знать, как нужно. А хорош, а хорош. Держите. Вот так выйдете замуж? Выйду. Зразу. А тепер діда шукати. Діда? Років 90, щоб було, не менше. 90 років? Ну, правильно, постарше, статусний мужчина. Щоб ви улыбнулись, а ви і без этого улыбнулись. Ну, візьміть, візьміть, кому-то подарите. Прям, это вот будете так. Домой заходить, кому-то подарите. Хорошого дня. Ех, якби, а візьміть. Возьмите, просто так. А хотите, я вам еще куплю что угодно? Что угодно, вы же пришли не, сюда за подарок. Не, не надо, спасибо. Да что ж такое? Остановитесь! Остановитесь! Это вам, очень просто так. Спасибо. Все, хорошего дня вам. Улыбайтесь. С праздником. А какой праздник, скажите? О. Маковея. И вас всех с праздником. И вас Сынок. С праздником. Спасибо. Вон Зиночка, смотри одна, какая. Еще одна девочка к нам подошла. Скажите, это вам. А могу я вам что угодно купить за это? Нет, не надо. И цветочек не возьмете? Нет. Абсолютно просто так, ни за что. Нет. Тогда это вам. Нет. Нет? Вы не улыбаетесь. Это вам. Это вам. Спасибо. Просто так. Спасибо. Просто так. Всего хорошего. Итак, у нас остался один цветочек. И этот один цветочек остается ну, с вами. Значит, держите. Шукай деда. Мне да. Не надо, он у меня на городе море. Та шо ж це таке? Такой молодой хлопец. Бизнес-вумен. Бизнес-вумен. Андрей, может мне подаришь? Нет. Ладно, извини. Все, девочки, хорошего вам дня. И вам здоровьечка, все. Отдыхайте. Продаж как у Гугла. Всего хорошего. Удачи, ну що, Ілюха, йди, залицяйся до когось. А, от, це квіточка для вас, квіточка, щоб... Вон молоді подарунки. Візьміть, будь ласка, це вам. Да, правда, вот, вот мой коллега купил, а я хочу подарить вам. Я спасибо. Вот искал долго человека, который может подарить, да. И вот. Так что гарного вам дня. Женатый улыбайтесь. Человек, что жена скажет? Да. Скажет нет, жена, когда сделает предложение. А я, как мама ему. О. Ну, может так, быть. Тут да, ревности да. Со стороны жены не может быть. Гарного вам дня. Дякую. Хай продается все. Хотите, вам сделаем доброе дело? Спасибо, нет. Точно? Не верите, что люди могут делать добрые дела просто так? Да. Почему? Потому что еще не попадал. Вот сейчас попадетесь. Смотрите. Дайте мне одно яблочко. Не хочу. Одно яблочко. Берите все. Ну вот, возьмите деньги. Не хочу. Я беру яблочко. Вы не возьмете деньги? Все, я взял яблочко. Подождите, смотрите, если мы берем яблочко бесплатно, то вы сделали доброе дело. Берите, на здоровье. И это не возьмете мое. Деньги. Возьмите. Нет, это мое, вы берите. Не хочу. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Я возьму. На здоровье. Берите два. Одно возьму. Берите одно. Еще. Я спасибо возьму, спасибо. Спасибо вам большое. Здравствуйте. А хотите, я вам что угодно куплю? Просто так? Не надо. Просто так? Не хочу. Точно? Да, не хочу. Вы не верите, что можем сделать просто так хорошее дело? Думаете, что в этом какой-то подвох есть? Не знаю, что будет. Но я не хочу. А мы просто вам а купим? Почему? А скажите, почему не хотите? Боитесь? Не хочу. Я не хочу, чтобы я диабетик, я не знаю, что это. Я на диете. Так вы же пришли купить себе диетические продукты, правильно? А мы я... можем пойти с вами туда, там мясо. Нет, нет. Здравствуйте. А позвольте, пожалуйста, могу ли я вам что-нибудь купить? Что угодно. Что угодно, просто так. У нас такой жест хорошей доли. Ничего, вам нет, ничего не нет. нужно от этого. Нет, вы спасибо. Не верите, что я могу просто так купить вам и ничего не потребовать? Нет, мне неудобно, не а, надо, спасибо. Послушайте, мы наоборот здесь для того, чтобы, вот видите, мы снимаем видео для того, чтобы привлечь молодежь. Да? Да, призываю вам помогать старикам, пожилым людям. Да? Да, поэтому если вам что-то нужно, говорите. Нет, молодой человек, спасибо. Картошечки, я... может не, быть. Нет, спасибо, мне неудобно. Стесняйтесь все-таки. Не-не, а давайте забудем про неудобно. Давайте. Нет. А попробуем забыть. Обойдусь. Хорошо. Вот, а что вы сегодня собираетесь купить? Яблоки планируете у просто? Меня есть. Ага. Хорошо, это... хорошо. Виноград я не люблю. Персики, мандарины. Тут очень много чего есть. Мандарин. Клубнички. Может быть, мясо. Ой, нет, молодые люди, мне неудобно. Пойду. Зря вы так. Сегодня, вот сегодня вы действительно могли что-то да? Да, не, бесплатно нет. получить. Молодой человек, я все равно богаче не буду. Это да, но вам было, бы вам было бы приятно, если кто-то смог вам что-нибудь купить. Но это приятно, согласитесь. Ну, было бы приятно, ну. Но не, нет, обойдусь. Спасибо вам большое. Нет, спасибо. Спасибо. Ладно, за хорошего дня вам. А давайте мы купим, можно? Просто так. Да, это хороший мальчик. Мы хорошие. Мы показываем людям, что можно делать добрые дела просто так.
Можно? Давайте, давайте. Супер. Ограничено. Тогда выбирайте, что хотите. Абсолютно, что хотите. Сегодня ваш день. Да, помидоры, клубника, все, что вам нужно, виноград. Все, что хотите, абсолютно. Потому что вы смогли внести. Вот представьте, что сегодня ваш день рождения. Ваш-то? А можно? Вы не справ... выберите, что вам нужно? Я вам даже кулечек брать вам. Да. Вот девушка, да, вам сейчас наберет. Берите, все, что унесете, ваше. И абрикоска. И абрикоски. Давайте еще что-то. Ну, серьезно, ребята? Да, 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 конечно. Главное, что смогли это унести. И мне нету яблочек, и немножко яблочек. Ничего страшного, давайте немножко яблочек. И все. Точно все? Виноград, может быть? А вы обойдите с этой стороны. Посмотрите. А вы не думайте о деньгах. Сегодня не думайте, хорошо? Бабулечка, хотите, мы вам купим что угодно? Мы покупаем бабушкам, что они хотят. Да нет, спасибо. Подумайте. Мы не будем настаивать. Все. А сегодня мы с Светланой Яковлевной празднуем ее будущий юбилей 80 лет. И в честь этого покупаем все, что она захочет. Что еще, виноград? Давайте. То всякий из нас хороший. А чекайте же на счета. Тебе же не обрахуйте нас. Боже, будь ласка, честно. Даже не думай про таке. Точно? Бо ми добре діло робимо. Бо дивіться нам. О, и диньки нам кусочек. Конечно же можно. Конечно. Небольшой. Так сказать, обнулим счетчик пробования дыни. А давайте тот, который на нас смотрит. Да? Нет, да. Вот этот. Давайте. Нет, это сама дыня. А я шучу, давайте любую. 200. Ого, нет, нет, ну стики грошей нема. Давай. Давайте за 200 хотя бы. Давай. За 200. Давай. Ух ты. Хорошо. Давайте. Так, это вам. А эти 200. Анима. Ну, у нас только вот так вот есть. Да, у нас 500-ки только. Значит, вот вам зуб. Ну, да. Сдачу, да, желательно дать. Ну что, ребята, упаковывайте. Не огромное. За что. Не за что. На здоровье, точнее. Это что-то какой прям ушок. Что вам пожелать? Я желаю вам счастья, здоровья. Счастья, здоровья. Нам этого хватит. И радости жизни. Спасибо большое. Вам тоже. Всего хорошего. Я в шоке. Все, пишите спасибо. Свои книги дальше, пусть не... Да, интересно. Я подготовила восьмую книгу. Всего хорошего. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. А скажите, я могу вам купить что угодно? Что вы захотите? Дыньку. А что еще хотите? Ну, скромненько, я хорош. Вот такую дыньку. Скромненько, давайте. А что еще хотите? Не, все, за. Дама хорошая. Да, дыньку. Только дыньку. Ну, пару яблочек. Давайте пару яблочек. А нектарин, как давно вы ели? Вы скромный. А я его никогда не ел. А что, виноградик? Давайте виноградик. Да нет, это же много. Да прекратите, у нас завод по деньгам. Что угодно. Представьте, что вы выиграли в лотерею. Фруктовая лотерея. Боже, спасибо. А, нема за что. А сколько я должна заплатить? Да нисколько, я заплачу за все. 90 гривен. Арбузик хотите? Нет, это дорого. Цветы? Не, а где цветы? Как Али Пугачевой. Как Али Пугачевой. Цветы хочет она. Ну, хотите. Ну, вижу, что хотите. Я купила. Не, я купила. Все. Я мужчина порядочный, настаивать не буду. Что еще хотите? Все, зайчик, спасибо. А, подождите. А от зайчика что-то еще? Бананчики. Бананчик один. Бананчик. Давайте три. В смысле, один. Один. Не, Лена, один. Лена. Лена, вы меня обвесить хотите? Нет. Все правильно, Лена зарабатывает. Да. Лена, три. Лена знает свою руку. Давайте два. Один вам, один внучке. Хорошо. Давай. Все. Почему бананы? 55. А давайте я вам куплю бананы. Жиночка, он серьезно каже. Иди сюда. Иди. Давайте. Правда. Мужчина. Правда. Просто так. Вы не демократ. Правда? Я даже не знаю. Правда. Я не слежу за политикой. Мне наплевать. Клянусь вам. Давайте я вам бананы куплю. Не надо, я сама куплю. Ну, не обижайтесь. Ну, ладно. 116. Спасибо вам большое. Сколько? 116. А, давайте за 110. Давайте. Все, видите, сторговались. Что угодно, все, что хотите. Я вас еще и домой отвезу. Ну, спасибо, домой нет такого кучки. Давайте, что хотите? Овощи, мясо, молоко? Нет, там надо яблочко. Идемте за яблочками, идемте. Выбирайте, что угодно. Спасибо всем. Пакетик делается. Только смотрите, если не хотите, чтобы я вас вез, берите столько, сколько унесете, хорошо? На цену не смотрите, забудьте про цену. Что еще? Что угодно. Сливки, персики, виноград.
Нектарин. Нектарин. Ничего не хотите вообще? Нет. Да? Так, пожалуйста, давайте, вас как зовут? Катя. Катенька, забудьте про нагрузку, про что угодно. Я куплю вам то, что вы захотите. Вот представьте, что сегодня вот так вот. Нашли 100 гривен на дорозе. Спасибо большое. Бодя, босс всех пауки. Ради праздника, все, хай вам счастья, вот. Здоровья. Ради праздника. Возьмите что-то еще, что вы хотите? Были здоровы. Спасибо вам большое, что вы хотите? Виноград хотите? Ну, веточку. Можно веточку винограда? Який на вас дивиться? Давайте, что еще хотите? Поедем с ветерком, отвезем вас. Не надо. Ну, пожалуйста, ну прекратите. Сколько? 80, да что ж таке? Спасибо, не за что. За больше что? Ничего не хотите? Ничего. Вы самый добрый человек на этом рынке. Я хочу вам еще сделать добро какое-то. Спасибо большое. Идемте спасибо еще что-то купим. Большое. Идем? Все, хватит. Ну, клубничку. Спасибо. Хотите клубничку? Говорят, клубничку. Хорошего понемножку. Ну нет, забудьте про хорошее понемножку. Бананчики. Клубничку хотите? О, а давайте нам кабанамчика. Сколько? Три? Потрогайте. Хороший, видно хороший. Катя, Катерина. 25 гривен. Что еще хочете? Ну чего? Ну чего вы так? Спасибо большое. В нас цих грошей? И кури не клюют. Кури клюют. Что еще хотите? Все, давайте я вас домой отвезу. Где вы живете? Ой, да. Я живу недалеко, я живу. Ладно, тогда я вам отдаю все деньги, которые у меня в кармане. Это вам, просто так. Просто так. Все. Спасибо, все. Всего хорошего Боже, вам. Да пусть буду. Вам здоровье будет. У меня его, знаете, как мало осталось. Удачи, все. Все хорошо у вас. Пусть у вас будет лучше. Все, бегите. Я уже прожила. Я уже ну все, а все. За внимание, все что вы... Давайте я вас отвезу домой. Хорошо, давайте. Человек. Давайте я вас домой отвезу. Не надо. Точно? Вы еще погуляете? Да, я все, еще. Все, бегите. Спасибо. Всего хорошего. Пока. Спасибо за просмотр. Пока. Что? Что вы хотите, мой леопардик? Чем вам помочь? Ні? Да. Да, фінансово, мужчину багато з фінансами. Та що ж таке? Надо, щоб любив, да, как бы, як у коня було. Чуєте? А все остальное, чуєте, то уже наживное. Без денег любви нету. Поверьте, есть. Нету. Хотите 20 гривен? Зачем? Та що? Просто так. Зачем? Ну, если уже даете, то... Сотку? Нет, 2000. 2000? Да, а что ж вы мне за 2000-то сделаете? Любовь, да, деньги. Вот тут как бы Ромео и Джульетта. Да. Ну, а что вы хотите, чтобы я вам сделать? Уборку в доме. Я в своей доме не убираю. А, так такая жилька никому и не надо. Ну все. Значит, надо, а что не надо? Ни сотки, ни любви.